Немножко жадновато у цисов, да, то есть до блокинбаров здесь не очень хочет драться, поэтому блокинбар на луне Бруде нужно будет как минимум оформить, а у противника есть Джекирос, который может ликвидфайером нормально сносить твера. И, ну, они могут и такую линию выставить, главное, чтобы был реген. Стормстормер на боте погибает, инвокера забили до смерти. Очевидно совершенно, что... Причем Фишман старается отогнать, кстати, минус Бруда, но из-за того, что Белка находится в крипах, должного урона нанести не получается. Да, ну и топ-лейн начинает выигрываться в салат. Тоби реализует своего Джекироса, который, очевидно, в эрли-гейме очень даже хорош. На керри позиции, на корт, точнее, позиции у него сейчас 2800. 2500 у нас у Разора, который, если вы спросите меня, как стоит против Depressed Kid, в целом, ну вот сейчас видите, да? Да никак, я, по-моему, мне кажется. Бруда набирает левел, и пауки забирает Рейзера. Вот и все. Да. Ну, то есть вначале все хорошо до 6 левела. С 6 левелом становится сложнее, да, потому что Depressed Kid, да, есть ультимейт, и на этом в целом... Можем давай заканчивать. Рейзер стоит, в принципе, только до 6 левела Бруды, а дальше вот он как бы сейчас, если будет приходить, то пауки здесь очень сильные. Пауки здесь просто лютые, причем... Санстрайк может быть какой-нибудь? Не, на боте нету маны, прости, что перебил, продолжай. Да, тут нормально. Белочка спасает линию, в принципе, там пангалеры все хорошо, поэтому нужно помогать Луне. Луна у нас в этот раз включила ПТ на силу и за счет этого выживает, остается 40 хп. И вообще здесь можно трипл линию сделать, на самом деле трипл линия будет более-менее. Я бы сказал, даже трипл линия будет прям супер хороша. Если то, что инвокер полностью удушен, то в целом можно больше его и не душить, да, то есть надо просто удостовериться в том, что у тебя сейфлейнер в порядке, мидл тем временем падает, макс тебе... Нюк, и с Орчардом смотреться будет круто. Ультимейт тем временем Паша сбивает при помощи своего ролла. Ассист нужен Паша, ассист. А он, по-моему, погибает здесь, нет? Нет, вот не погибает, он уничтожает. Все, изи катка. Хорошо, хорошо. Рамзес прям вовремя подошел. Ну, как бы, просто нужно с руки побить, правда, вот теперь бежать надо. Рейзер. Да, вот в один момент нужно вовремя развернуться. Рамдес не сделал, и по итогу у нас размен. Ну, в любом случае, троих забрали. То есть, в любом случае, троих забрали, даже потому что Луна погибла. Тут, как бы, есть еще и Бруда. Поиски тоже... Джекироса, Тоби Ван на топе. Ух, начинается кусь раз, кусь два, кусь три, шелковую болу. Помощь бы тут. Не-не-не, все окей, дэмэджа не хватило. Да. ФНГ слишком далеко был, мог прийти, мог поставить, что зачем мог дать Найтмер. А Тоби сделал ТП свой, не куда? На базу, он да, не на базу. И его видно. Его видно, он медленный. Он медленный. Габелка сюда. Приехала да. Габелка. Ну, бывает. Ой-ой-ой, Фишман с хукшота влетел прям в крипов. Depressed Kid, соответственно, не ощущает, просто носится там по кристаллам. И Клакверк должен погибать по-хорошему. Ить, да, его разорвало. Тут Орчи, самый момент, когда просто пауки разрывают Клакверка, и он может от них уйти. Это просто ультимативная ситуация. Вот, и вот соответственно, и о том, что вроде как ситуация немножко меняется, да, Паша уже получше по... Личному исполнению линии тоже стоят уже посильнее вместе. Depressed Kid, кстати, теряет большинство своих пауков. На него нападает Кристаллис, и Depressed Kid зафидел. Такое бывает тоже. Давайте. Тем временем физгрип по бабке, бабка. Бейн погибает, Тангалер погибает. И у нас появляется с вами, знаете кто? Господин Интрига. Ну и вот так вот, ну, уже скушают, смотрится смотри, лучше. Смотри, сейчас кушают. Да, кушают или не скушают? Хватит хп, хватит. Нет, хп. Ой-ой-ой-ой. Белка. Да, белка помогла. Ну и вот так вот мы видим, что получается получше, да? То есть битва на расстоянии. Вот Рамдес подходит, рубает Эклипс. Хорошо, Тоби отъехал. Штормстормер тоже отъехал, это инвокер все-таки, он ничего здесь не может сделать. Вот, да, понимаешь, в этой пока ситуации. Всего этого нет. А лучше просто пошел не заниматься дракой. Драку. Да, пошел. Финсгрип пошел на кого? На Джекироса. Его сразу же снимает Фишман. Фишман красава закрывает Бейна, но теряют они своего сейфлейнера, тирамидера. И Фишман тоже отправляется в таверну. Роджер постарался. Айспад хоть и по двоим, но это не меняет вообще ситуации. Рамзес говорит, ладно, давайте драться тогда. В таком случае, раз мы убили инвокера. Да, но это не меняет. О, или меняет. Подождите-ка, Depressed Kid. Ничего не смог нажать, там... вообще ничего не успел. Там хороший. Да. Трейзер пошел. Да не, вот тут не найдут. Или найдут? Бейн пошел. Найдут? Вот он, Бейн. Нашли. Нет, хочет стать сон. Он мансит и... Торнадо. Инвиз, может быть? Там нету центрей, нету достов, нет центрей, уйди в инвиз, в чем проблема? Да, ладно. Ну, забрали. А вот досты были у Пангалера, который подъезжал, Фишман тем временем, хукшот, а на контратака, на ФНГ, но сомнительное, честно говоря. Кристаллис прожимает БКБшечку, физгрип через секунду, можно поставить, физгрип поставляет от ФНГ, спад спасает, но Кристаллис равно ЛКП.
живет. Шарпшутер доджит. У нас Кристаллис, как же красиво от него сыграно Каталоми. Тем временем ультимейт своего выдает. Рамзес на эклипсах уничтожает Каталоми, судя по всему, и всю остальную команду. Это Team Vibe, Ацис, Реджекс. Господи, как же это было легко. Пришел уже, когда он закончился. Хукшот тем временем от Фишмана. Прям внутрь Рошпита попытался зацепить то ли Пашу, то ли ФНГ. По-моему, Пашу. Паша успел на сложбакле уехать. Ультимейт дал. Катается по двум саппортам. Фишман. Их маловато, отойти их мало. Луна снизу, Луна забирает вещи ударом. Шарпшутер. Сложбакл. Еще дамаги. Накидывает депресс кит. Даже бить Фишмана. Фишман на лоу хп уходит. Все-таки уйдет, судя по всему. Нет, не Луна уйдет. Луна рядышком. Депресс кит его доел при помощи спайдерлинга. Тем временем еще и Джеки Рос. Погибает Фишман байбек. Сразу же Мортимер Кистес. Финс грип на Кристаллиса. Кристаллис пытается бежать. Он под БКБшку. Этого не хватает. БКБ прижимает депресс кит. Да и дает еще байбек на того Фишмата. Штормстормер делает типа аут, ему не дадут это сделать. И это GG, я думаю, по-хорошему надо уже писать. ЖДК понимает склады. Пошел ультимейт от Роджера в Клока. Клок, до свидания. Там тем временем на топе погибает через ФНГ и Паша. Рейзер еще смотри. Штормстормер, Кристаллис, БКБшечка имеется. Можно будет свалить Каталоми. Депресс кит, отжирается. Кушать. Не докушал. Хватило, да. Да, особо был хангер слабоватый. Бить, получится, нет? Оп. Вот, а мы тем временем смотрим, как заход на смока. Точнее, там Бейн спалил и ушел в инвиз. Красавчик, и всех показывает, смотри, показывает всех, прыгай. Все, финсгрипы пошли, все остальное. Там Паша просто катается по ним, не чувствует совершенно своего оппонента. Ни Рамзес, ни Паша, ни Депресс-кит, который прижимает БКБ, кусает за зобку Кристаллиса. Кристаллис погибает Тоби, погибают все остальные. Байбеки три штуки использованы. Все, паучки показали противника, выезжаем. Давай, Паша, катись. Райт пик Винвокера. Влетаю, да, Паша вижу, начинает что, кататься что, там, пытается все задолжить при помощи блинков. И сбивает, да, Инвокера блинк. Рамзес прижимает БКБ, живет. ТП аут от Рамзеса. Воу. Это неплохо. Да, Паша сейчас тоже умирает. Да. ДДшка. Кстати, Роман молодец. Если он сам прочитал ситуацию, это сильно. Просто Рейзер убил все. Рейзер с двумя ультами, с дабл дэмэджем. Катается и там просто убил, как хп вмешались. Если бы он нажал на секунду позже, он бы отъехал. И это влет от депресс-кида. Он все равно продолжает биться против даже дабл дэмэджа от Рейзера, потому что понимает, что у Рейзера нету ПКБ, нету рефрешера. Соответственно, с этим он может его сожрать за свое ПКБ, которое он все это время не тратил, потому что депресс-кид, чтобы вы понимали, по-моему, даже из смока не вылезал. Так чисто накидывал там. Ну и все, мег-килл. Идем дальше. На вторую карту. Пишут GG у нас. ЕТГ. И сейчас Цицы знают, то, что это будет веник. Они берут нагу, потому что ей вообще пофиг на веника на лайне. Первый свой спелл, и у Рамзика КД довольно большая здесь. Если вот говорить про УД, если вот просто про лейнинг, УД это самая грязная тройка. Да, в данный момент. Вообще. Опа, вот об этом я говорил. Нету. А у Рамзика КД, нету, потому что он нажал, и я вот типа задаюсь вопросом. Если я это знаю и понимаю, то что происходит? Я понимаю на своем уровне. Я про это говорю, да, то есть вот. То есть Тёма еще уже думает, как бы ему умереть и разменяться эффективно. Вот, смотри. Вот что он сейчас делает? Я не знаю. Я не понимаю. Я не понимаю, что он делает. Что происходит? Я еще курьера вижу, который просто бежит, то есть уже... И Фишман типа из Рамзика, боже. Какая грязь. Напомню, на голос пик. Не, напомню, на голос пик, напомню, что это Фишман, и напомню то, что, извините, он делает то же самое два раза подряд сейчас. То есть он использует прямо под веником, который знает то, что у него нету, в смысле, что у него есть гель. Он использует прямо перед ним иллюзии, и на этом все заканчивается. То есть, ну что, почему? Я напомню, Димон, ты говорил, геймплей-то, герой почти одинаковый, там, Луна, Нага. Что, не можешь не радовать? Ну, он зарезал, локальные вылазки, то есть, что он не сделал, давай так, что он сделал. Кто сделал здесь Роджер? Ты имеешь в виду, это байт? Ты не понимаешь. Депресс-кит, который уничтожает. Соник Вейв на в лицо. Одному, второму просто разрывает. Подожди, на кого разбег? Разбег? Просто мимо пробегая, Паша сносит ультимейт. Но его все равно убьют здесь, походу, сейчас, да? А Егис-то забрали. Кристаллис забрал себе Егис. И Спирит Брейкер должен погибать. Но он не знал. Вообще не предполагал. Может быть. Зачем? Может быть? Реально хотят. Может хотим быть? Аегис, да? Роман серьезно? Думает. Так, Роман. Роман, доджит станы. Ой, хорошо. Это Роман, друзья. Это как бы вам. Романыч. Это Романыч. Да.
Остается Кристаллиса... И ульта нет. Нет ульта, да, его выбивали. А Егис-то как бы был, теперь уже тоже нету. Ну, господи, посмотрите, вот что делает, в принципе, Нага Сирена с голым ВК. Вот, и запоминайте, а мы тем временем влетаем на инвокера. Паша выходит, выбивает еще одного. И, казалось бы, все так хорошо шло для господ из ЕТГ, но внезапно... Внезапно все случилось совсем в другую сторону. Развернулось, так сказать. И Цис Реджекс продолжает напрягать еще одного, и еще одного. И туда, и сюда. Ух. Просто Нага, она убьет старт, и я думаю... Пам, пам, пам. Пошла, пошла любовь. Пошла крепкая любовь против Кристаллиса. Кристаллиса сейчас не будет ультимейта. Его должны выбивать. Реинкарнация пошла. Клокворк там хоть и пришел помочь, но этого мало. Каталомия. Связки деревьев не получилось. Ну, Бурундук что-то не работает. Депресс Кит дает просто дэмэдж по двум саппортам. Первый саппорт отлетел. Фишман тоже сейчас окажется в таверне. И в целом вся эта атака от ЕТГ оказалась крайне печальной. Тоби, лотусы. Ультимейт придется выдавать сейчас перед смертью, если она будет все-таки должиться. Да, вот он ультимейт пошел. Зацепил ультимейт, по-моему, только квапу. Да, атака есть. Депресс Кит погибает. И глобал не спасает Депресс Кита. Бывает. Залетел слишком далеко. Но тут два байбека на двух саппортах. Еще надо умирает догнать. Клок. Пошел Харас, пошел Харас. И коровка. Минус белка. Там еще клок погибает. Да. Так, ладно, Димон. Да. Можно заканчивать, я думаю. Время пришло, да. Время пришло узнать о том, что у нашего партнера Invitra все могут проверить свое состояние здоровья. Что, в общем-то, стоит там, сделать шторм, не знаю, может, там голова болит или что-то еще. Ну, не в лучшем, это самая слабая, наверное, игра с его стороны, да. Да. В общем, все могут сделать состояние, чекнуть, в общем, свое ХП, проверить свое состояние здоровья со скидкой 20%. Переходите по баннеру по трансляции, чтобы узнать подробнее. А что... мы переходим на хайграунд, а не по баннеру. Да, да. У нас как бы трансляция замечательная, баннеры тоже, но вот хайграунд уже сейчас начинает гореть, инснейры летают, инвокер в печали, на него еще... Просто ультимейт китает Кримстроук, связки, все дела, типа, да, иллюзии уничтожают ВК, Соник Вейв делает минус инвокер, Депресс Кит прожал БКБ, бьет по Кристаллису, тот прожимает свой БКБ, Тоби ультимейт от него, но пользу Нова даже с Аганимом настолько не сильна, чтобы хоть кого-то развалить, мало того, ему надо попадать по Рамзесу, желательно тоже, потому что там много хп, ты просто тажешь, ой-ой-ой, пошло, пошло, я понимаю, понимаю. Просто выжил вещи. Выкладывание вещей, да, там, типа, всей тимой на одного. Ну, да, слушай, я радуюсь, когда меня типают вообще в любой ситуации. Тебе закидывают эти очки. Правильно? Да. Ну и все. Радуйся. Да, радуюсь. Отсюда. Ну вот. Я думаю, они радуются. Я радуюсь очередной победе Цисов, потому что, ну, конечно же, мантию надо на интеллект выложить. А, потому что победа Цисов гарантирует нам противостояние Нави против Цис Реджектс в рамках D2CL. И это будет катка просто номер один, я думаю, там, когда это будет, наверное, на следующей неделе, на этой неделе. Я думаю, знаешь, катка номер один будет, когда... Ну, его, опять же, поставили в неудобные условия с точки зрения того, что он играл на сейфлейне. Это Риблейд от Квапы, Депресс Кит просто рвет, там не попал Соник Вэйв, ничего страшного, вообще какая разница. Ну, можно этого, можно на вот того. На того, и... этого сюда, ДДшка, Аркана, позже, по двумя надо, рунами, вообще на чили, на расслабоне. Тем временем влетают Виномансер, Виномансер что-то стоит, смотрит на это все. Кстати, хил от Наги, замечу, ну, да. Под Весселом не очень работает. Но, ну, он на всех работает. Ну да. Ну, я, ну, конкретно у Наги, то есть она да, реально да. Ощущает ультимейт Веника под Весселом и Шивой довольно плотно. И это GG. Что ж.